Вы знали, что Marvel зачастую тратит не свои деньги на огромные рекламные бюджеты? А как часто вы замечаете рекламу в КВМ, которая, если вы не знали, приносит миллионы долларов за каждый из релизов? Ну а может быть, вы когда-нибудь слышали о том, что проекты Marvel спонсируются различными странами? Да и вообще, насколько убыточны провальные проекты Marvel последних лет? Или там не все так плохо, как принято считать? Давайте разбираться. Привет, бои и скауты, с вами Кьюбайт. Сегодня мы с вами окунемся в мир продакт плейсмента в КВМ, а заодно постараемся понять, как именно в Marvel распределяются бюджеты и на чем компания вообще зарабатывает. Особое внимание уделим именно последним стриминговым и кинотеатральным релизам, которые получают крайне посредственные оценки и проваливаются в прокате. Ну а для начала давайте разберемся, как именно формируется бюджет любого проекта. Неважно, фильм это или сериал, у любого проекта есть два бюджета. Это производственный и рекламный. В производственный бюджет входит заработная плата сотрудников, включая режиссеров, актеров, гримеров, художников и других сотрудников, которые работают над проектом, начиная с препродакшена и заканчивая постпродакшеном. Постройка декораций и изготовление реквизита, либо же аренда того и другого. Расходы на трансфер и охрану, еду и воду и так далее. Препродакшн — это как раз подготовка декораций, написание сценария и прочее. Постпродакшн — это монтаж фильма и накидывание визуальных эффектов. Вот, кстати, по поводу еды, трансфера и прочего. Например, фильм «Принц Персия», который с Джейком Джилленхолом. Во время съемок этого фильма там был вообще кризис с водой, потому что они снимали в Марокко, и за время съемок съемочная группа выпила более миллиона бутылок с водой. То есть там им вообще возили воду постоянно, на потоке было. Это, конечно, тоже траты. Ну, идем дальше. Также сюда принято включать процент от продажи билетов, который выплачивается некоторым режиссерам и актерам по договору. У этого процента даже есть название – First Dollar Gross. Он напрямую зависит от успеха фильма в прокате. Но здесь в подробности углубляться не будем. Производственный бюджет большинства проектов Marvel варьируется от 200 до 300 миллионов долларов. Например, у триквела «Человека-муравья» бюджет около 200 миллионов, а у сиквела «Капитан Марвел» почти 300 миллионов. В рекламный бюджет входят все расходы на продвижение фильма. Принято считать, что эта цифра составляет около 50% от производственного бюджета. Но на самом деле все не совсем так. В среднем крупные фильмы тратят на рекламу от 50 до 100 миллионов долларов, что в случае с Marvel уже явно меньше тех самых 50%. Хотя опять же есть и случаи, когда рекламные бюджеты переваливают и за 150 миллионов, как это было в случае с тем же четвертым Тором. Но подробнее об этом поговорим чуть позже. По поводу рекламного бюджета, в основном, когда вы видите бюджет фильма, то зачастую компании указывают именно производственный бюджет, не включая рекламный. То есть, например, фильм стоит 50 миллионов долларов, но они не указывают, что они заплатили там, накинули еще 50 или может быть 100 миллионов, чтобы его продвинуть. То есть всего фильм стоил там 150 или 100 миллионов. Пусть и коротко, но примерно разобрались, на что тратятся деньги. А теперь давайте разберемся, как они зарабатываются. Начнем с кассовых сборов. Если фильм вышел в прокат, то в первую очередь он окупается за счет кассовых сборов. Доход от продажи билетов делится на два типа. Domestic – это доход, который был получен внутри страны, которая выпускает фильм. И International – доход, который получен из всего другого мира. Студия может получить 50, а то и 60% за проданный билет внутри страны и 20-30% за проданный билет за ее пределами. Главным показателем успешного фильма является Opening Weekend. Так называется доход, который был получен в первые выходные проката. Именно он задает тон дальнейшим продажам билетов. Также некорректно сравнивать, например, сборы фильма «Железного человека» 2008 года и сборы фильма «Человек-муравей и оса», который вышел вот не так давно, но уже там спустя десятилетия. Дело в том, что тогда фильм, ну, в 2008 году, фильм мог крутиться несколько месяцев в кинотеатре и постепенно зарабатывать деньги. Конечно, через 2 месяца это уже не те суммы, что были в начале, в первые выходные, но тем не менее прокат и все еще шел. Сейчас таких привилегий нет, и фильмы могут через месяц спокойно отправиться на стриминге, а там данные как бы уже отследить не получится, их знает только компания, которая владеет стримингом. Кстати, выход на стриминге может быть как запланированным, так и не запланированным. Вот, например, «Дэдпул и Росомаха», там все запланировано, фильм отлично собирает, он вышел в конце июля и в цифре выйдет только в октябре, и у него такой длительный прокат. Либо есть пример с фильмами, например, «Форсаж» последний, который вышел, студия увидела, что фильм проваливается, и поскорее отправила его меньше чем через месяц на стриминг.
И также некорректно сравнивать показатели, полученные вне страны. Например, до 2020 года фильмы Marvel выходили в Китае вместе с остальным миром. Но после прокат был полностью прекращен из-за цензуры и разбирательств. И только в 2023 году компании удалось вернуться на китайский рынок. Это принесло колоссальные убытки, несмотря на то, что фильмы в итоге были выпущены в повторный прокат спустя несколько лет после релиза. Два проекта от этого пострадали больше всего. Первый — это «Вечный», который был снят китайской постановщицей Хлоей Джао. И также это «Шан-Чи», который был нацелен на китайскую аудиторию, рассказывал о их культурах, традициях. Но вот он не выходил, вышел только сильно позже, и то не особо собрал. Кстати, что касается проката в России, точнее, его отсутствия. Из-за прекращения сотрудничества Marvel теряет часть своего дохода. Россия всегда входила в топ-5 стран по сборам в Европе, принося студии от 10 миллионов долларов за проект. Это не так ощутимо, когда дело касается мирового проката, но играет значительную роль, если речь идет о европейском рынке. После того, как у фильма заканчивается прокат, он начинает распространяться в цифровом формате. Там тоже существует несколько вариаций. EST – электронная продажа через интернет. Студия может при такой продаже получить 85-95% от продажи. Это очень много, но у этого есть и существенный минус. Если зритель будет знать, что фильм выходит в таком формате, то он будет отказываться от похода в кинотеатр, где студия может получить тоже хорошие деньги и основную прибыль, то есть успех фильма именно там фиксируется, и люди просто будут ждать выхода в цифре. Пивот – ранний доступ к контенту. В этом случае пользователь должен оплатить дополнительный контент сверх подписки. Такое было у Disney во время пандемии. Выходила «Черная вдова», выходила «Мулан», когда как бы пользователь уже подписан на Disney+, он получает много контента, но вот выходят фильмы, которые одновременно с кинотеатром появляются на сервисе, и ты должен дополнительно закинуть денег, чтобы посмотреть дома. Ну, как бы там потом Скарлетт Йоханссон судилась с Disney, потому что такое не было обговорено, но это уже нюансы. Свод. Стриминговые сервисы. Netflix, Disney+, Prime Video от Amazon и прочие другие сервисы, они смотрят на то, как проект стартует в кинотеатре, как он собирает там в первые выходные, в первую неделю. Если проект успешен, то он как бы набирает стоимости, и потом, чтобы появиться на каком-то стриминге, стриминг отплачивает ему много денег. Если фильм проваливается, то, конечно, он стоит дешево, и потом его легко заполучить себе на стриминг, просто заплатив какие-то копейки, пачку терьешек и погнали. Вот тут немного остановимся и поговорим о четвертом Торе. Возможно, вы помните, как пару лет назад появилась новость о том, что Disney Plus заплатили Marvel больше 100 миллионов долларов за размещение фильма у себя на платформе. Да, звучит как-то странно и может показаться, что такая сделка не приносит прибыли, ведь транзакция происходит внутри одной корпорации. Но на самом деле это напрямую влияет на окупаемость фильма, ведь создателям не важно, через какой конкретно канал будет продан продукт. Главное — получить деньги, которыми можно оплатить услуги режиссера, актеров и покрыть другие расходы. Подобные затраты заложены уже в бюджеты непосредственно самого сервиса Disney+, который покупает фильмы Marvel примерно за те же деньги, за какие они могли бы быть проданы тому же Netflix'у. Еще стоит учитывать, что не во всех странах есть Disney+, например, и поэтому студия продает права на показ своего фильма другим площадкам, которые популярны в какой-то конкретной стране. Например, в России это был Кинопоиск. Была вся коллекция Marvel. Ну и последнее, что касается прибыли с цифровых копий, это права на показ фильмов на телевидении. Да, не нужно недооценивать телевидение, оно по-прежнему аккумулирует вокруг себя огромное количество людей. И каналы до сих пор готовы заплатить приличную сумму за фильмы про супергероев. И это чистая правда, потому что бывают фильмы, которые выезжают только на телевидении, ну конечно в эпоху ВХС, там 90-е, 80-е, когда фильмы продавались на ТВ, потом могли выходить и продолжения за счет этого. Но в целом, продажа на ТВ — это такая игра в долгую. Фильм может крутиться десятилетиями по телевизору, и за счет этого там монетка капает студии, она постепенно отбивает фильм, даже если он мог провалиться когда-то там 20 лет назад в прокате. Но спустя 20 лет он отбился за счет телевидения. Так, про кассовые сборы поговорили, про выход в цифре поговорили. Что там еще дальше? Франшиза – это очень важный момент, о котором зрители не задумываются, когда награждают фильмы званием «самый провальный за всю историю». Тут нужно вернуться в прошлое и вспомнить, какие задачи ставил себе Кевин Файги в 2008 году, когда вышел первый фильм студии Marvel.
Его целью и целью Авиарада, который помогал в создании киновселенной, было создать огромную франшизу, чтобы каждый проект переплетался с другим, и зрителям надо было и хотелось смотреть один проект, потом другой проект, который был с этим связан и так далее, и вовлекаться во всю эту вселенную, а не только в один проект. И это, конечно, помогает продавать игрушки, помогает продавать мерчендайз различный, ну, в том числе игрушки. И, конечно, это помогает продажам фильмов. То есть, чтобы посмотреть там один фильм, вам нужно посмотреть предыдущий фильм, вы как бы платите копеечку туда. Неважно, где вы его купили, где-то на DVD, посмотрели по телевизору, на стриминге и так далее. Ну, давайте чуть конкретнее. Вот, например, «Капитан Марвел 2» не такой далекий пример. Чтобы понять, что там вообще происходит, вы вспомните, сколько проектов нужно посмотреть. Это, во-первых, сиквел. То есть вам нужно посмотреть оригинал, первую «Капитан Марвел». Далее, а что там за персонажи? Что это за Мисс Марвел? Какая-то Камала Хан? Нужно про нее сольный сериал посмотреть, если вы хотите быть в курсе. А вот это вторая кто? Моника Рэмбо. Нужно просмотреть сериал, где она появлялась, а это Ванда Вижн. Ну и так далее. То есть вас вовлекают максимально в киновселенную, чтобы вы интересовались другими персонажами, и всех их специально объединяют. А, и конечно, еще секретное вторжение, которое, наверное, не стоит вспоминать, но там Ник Фьюри, Скрулы, как будто это должно было быть связано, но в итоге нет. Это же справедливо для третьего фильма «Человеке-муравье» и для сериала «Эхо», перед которым нужно было посмотреть «Хоукая». Ну а если эти примеры покажутся вам неубедительными, то можем вспомнить недавних «Людей Х-97», чей релиз на Disney Plus стал причиной рекордных просмотров у предыдущих сезонов этого проекта, то есть «Людей Х-92 года». Когда мы говорим про Marvel, то нужно держать в голове, вот здесь где-то под кепкой Кевина Файги, что нет отдельного продукта, есть вселенная. Да, например, может провалиться один фильм, но потом может выйти другой фильм, который соберет миллиард в прокате и покроет прошлую неудачу. Конечно, естественно, если один персонаж, одна какая-то франшиза будет там постоянно проваливаться, то ее в конечном итоге закроют. Зачем им как бы нужен вот такой персонаж, который постоянно проваливается? Но если это мелкая неудача, какой-то мелкий огрех, и это, ну, можно как-то исправить и потом взрастить успешную франшизу, то они это сделают. Пример это Тор, который был первый, не то чтобы прям сильно успешный, хорошо собрал. Второй Тор, третий Тор, совсем переизобретение франшизы. Ну и первый Мститель с Кэпом, это тоже тому подтверждение. А еще есть физические копии, сейчас они переживают вторую жизнь. Blu-ray в 2020-х это новое хобби, поэтому студии уделяют им особое внимание. Некоторые издания могут содержать дополнительные материалы, бэкстейдж или вырезанные сцены, а другие могут снабдить артбуком. Добавьте к этому ограниченный тираж и получите большую ценность для издаваемого продукта. Что касается продаж, то за Blu-ray, это не коллекционное издание фильма, обычное, фильм «Человек-муравей и оса Квантомания» заработал почти 5 миллионов долларов. И это только на внутреннем рынке. У «Вечных» этот показатель еще выше – 6 миллионов. А теперь переходим к мерчу. Это одно из самых прибыльных направлений. Фигурки, статуэтки, футболки, кружки, пеналы, все подряд, ну все то, что видите у меня за спиной. Ну вот какие-то такие гики все это покупают, и это одно из самых успешных направлений. И в целом на этом киновселенная Марвел-то и делает огромные деньги. Дисней зарабатывают на продаже мерча, а не на выпуске каких-то фильмов в кинотеатрах. Фильмы как раз стимулируют продажи мерча, и в целом для всего этого и была создана киновселенная Марвел. Если вы посмотрите ролик, который есть на канале про Авиарада, Кевина Файги, создание киновселенной Марвел, вы узнаете, как вообще это все создавалось и почему. Да, я бачу на просмотры своих же видосов, но они реально прикольные, а вы их не посмотрели. Вот. Ну и это тоже никто не посмотрит. Чтобы вам было более наглядно и понятно, вот вышел Дэдпул Росомаха. Вы только представьте, да, это фильм с рейтингом R, но фигурки, игрушки-то никто не мешал продавать. Сколько можно Дэдпулов продать? Сколько всяких там камео было? Разные вариации Росомахи. Так, продавай, не хочу, зарабатывай на этом деньги. В целом, компания Hot Toys уже показала там кучу вариантов Дэдпулов. Funko Pop наделают еще разных версий. Disney только рад. А еще выгодно сотрудничать с компаниями на долгосрочной основе. Не просто где-то там что-то сделали один раз, а заключать контракты, то есть это Funko, как я уже сказал, Hot Toys, это Lego и много-много других больших франшиз, которые собираются и по контракту делают по франшизе фигурки там миллионными партиями, и отчисления какие-то платят, но и одной компании выгодно, и другой компании выгодно. А еще на каждый отдельный проект находится своя компания, готовая к уникальному сотрудничеству. Так на прилавках появился шампунь She-Hulk, а в автомобильных салонах машина Lexus в сотрудничестве с фильмом «Вечные».
и здесь остановимся поподробнее. Такого рода сотрудничество помогает студии значительно сократить рекламный бюджет. Возьмем, к примеру, фильм «Вечные», значительная часть рекламного бюджета которого была сформирована за счет сотрудничества с разными брендами и достигла суммы в 100 миллионов долларов. Да, если вы не поняли, это не Marvel заплатили, это Marvel заплатили. Знаете, типа, кто знает, тот не знает. Они просто дают своих героев, по сути, вот, знаете, как в аренду дают. Они дают права на использование своих героев, на использование их в рекламе. И такие, ладно, вы берите «Вечных», рекламируйте свой «Lexus», и нам тоже хорошо, вот. Почему бы и нет? Важно отметить, что это не весь рекламный бюджет этого фильма. Студия сама оплачивала размещение на билбордах и прочих носителях, а также покупала рекламные телевизионные слоты. Но даже если конечная цифра рекламного бюджета и достигла каких-нибудь 150 миллионов, 100 из них оплатили другие компании. Например, вот это самое сотрудничество с Lexus. Кумейл Наджиани, актер из «Вечных», снялся в этой рекламе. Саму рекламу сняли братья Руссо, вы прекрасно их знаете. И, конечно, она крутилась в социальных сетях, везде она рекламировалась, Lexus пытались ее максимально продвинуть, чтобы продать свой автомобиль навехоньки, а Marvel за это не заплатили ни копейки, они получили бесплатно рекламу фильма «Вечные». Еще один пример связан с фильмом «Человек-муравей и оса. Квантомания». В сотрудничестве с брендом Heineken был снят рекламный ролик, который был показан на Супербоуле. Напомню, это событие ежегодно притягивает сотни миллионов зрителей. Это самая дорогая и желанная реклама в мире. И в этом случае компания не потратила ни копейки. Ну и, конечно, пример с Дэдпулом и Росомахой. Я думаю, если вы следили за моими новостями на канале или просто следили за новостями по фильму, вы наверняка видели различные рекламы с различными брендами. Это та же самая история. Disney заключила контракт на 135 миллионов долларов. Это Heineken, это Spotify, это Jack in the Box, это Xbox, Tim Hortons, Old Spice, Heinz и множество еще компаний. Они заключили сделку, они дали им Райана Рейнольдса, Хью Джекмана, персонажей и, пожалуйста, рекламируйтесь. А мы будем наслаждаться тем, что ничего не потратили. Еще один важный источник дохода — это круизы. Нам это не так очевидно, потому что мы не живем в стране, где это развито, но вот в Америке это очень распространено. Многие семьи с детьми практикуют такой вид отдыха, они покупают круизы, например, там круиз на 2 человек на 5 дней будет стоить 2700 долларов, то есть они на диснеевском сайте это покупают, по курортным городам путешествуют, там тоже, конечно, тратят свои деньги, и в целом, ну, Дисней только с этого прибыли получает, и это тоже... важная часть дохода компании. Ну и, конечно же, там далее идут еще Диснейленды. Я думаю, не стоит говорить, что это в том числе один из доходов компании. Да, они там в последние годы бывают какие-то неразберихи. Из-за пандемии у них большой упадок был. Но в целом это тоже Диснейленды, это то, что продвигает Дисней. Но самое важное, что, конечно же, Дисней зарабатывает не только на том, что продают какие-то билеты там на вход. Билеты могут стоить не так дорого. А, конечно, аттракционы. Огромное количество мерча, то есть все эти маленькие зоны с там Marvel, Star Wars, или там это если Warner Bros. Какой-нибудь парк, то это по Гарри Поттеру. Там огромное количество мерча, и когда ты приходишь и, ну, окунаешься в эту атмосферу, ты, конечно, хочешь потратить деньги, а Disney только рады, там еще и цены завышены будут. Вроде я перечислил все статьи доходов, расходов и прочего. Конечно, теперь можно перейти к product placement, то есть к рекламе в фильмах Marvel и вообще в целом проектах Marvel, о чем этот ролик и должен был быть. Но есть еще кое-что. Это один из самых скрытых способов покрытия убытка. Сложно раздобыть открытую информацию по всем проектам, но кое-что все же удалось найти. Не секрет, что компания Marvel, как и многие в индустрии, пользуется различными лазейками, а именно получением субсидий в других странах. Так, фильм «Человек-муравей и оса. Квантомания» получил возврат денежных средств сразу в 2 государствах – Германии и Великобритании. И если немцы отдали около 220 тысяч евро, то англичане – около 30 миллионов фунтов стерлингов. Это огромная сумма. Этих денег хватило бы, чтобы снять как минимум 10 инди-фильмов. Фильм «Вечный» тоже официально получил субсидию от Германии, но там не раскрывается точная сумма, поэтому там копаться не будем. Вот, например, фильм «Марвел» и «Капитан Марвел» получил 55 миллионов долларов от Великобритании, как субсидия. То есть, Дисней вернули эти деньги, это тоже официально уже об этом писали.
На эти деньги можно было снять. Первый Дэдпул стоил 50 миллионов долларов. Вот недавний Ворон стоил 50 миллионов с Биллом Скарсгардом, который... Падение империи, 50 миллионов долларов, еще 5 осталось бы на сдачу, можно жвачек накупить всей команде съемочной. Сериалы тоже получают государственную поддержку. Так, женщине Халк удалось вернуть 7 миллионов долларов за найм сотрудников из Австралии. А секретному вторжению 41 миллион долларов за найм сотрудников из Великобритании. И эта информация только из открытых источников, которые удалось найти журналистам. Стоит отметить, что сама цифра производственного бюджета во всех случаях подобной поддержки не меняется. Каждая статья расходов вписывается, даже если какая-то услуга была предоставлена бесплатно. Поэтому, когда вы видите, что бюджет сиквела «Капитан Марвел» составил 300 миллионов долларов, и думаете, что без субсидий в 55 миллионов он бы уже составлял 355 миллионов, то это не так. Бюджет все еще 300 миллионов, просто 55 из них это государственные деньги, которые не нужно никому возвращать. Ну и наконец мы добрались до product placement. Это реклама, которая интегрирована в сериал, фильм, в какой-то продукт, которая помогает покрыть часть производственного бюджета или вообще полностью его закрыть и как бы об этом не париться. Тут, кстати, можно вспомнить дедушку Кевина Файги. Я рассказывал в ролике про Кевина Файги. Интереснейший материал, уникальный вообще, наверное, на всем Ютубе. Такого вы точно не найдете. Про... И вот дедушка Кевина Файги, он вообще устоял у истоков мыльных опер. А мыльные оперы, они так называются, потому что в этих сериалах продавалось, ну, в том числе там мыло, я имею в виду, продавалась продукция. И как раз этим сейчас занимается Кевин Файги. Он в своих проектах продает продукцию, зарабатывает на этом деньги и счастлив. Ну а теперь вернемся к рекламе уже непосредственно в проектах Marvel. Чтобы понять, является ли какой-нибудь объект в кадре product placement'ом, нужно понять, как делают кино. Большая часть фильма или сериала снимается в декорациях, которые возводились исключительно для конкретного проекта. Поэтому ни один объект там не мог оказаться случайно. Ну или почти не мог. Наверняка многие из вас помнят случаи со стаканчиком кофе на съемках «Игры престолов», который случайно попал в итоговую версию серии. В пример можно привести сцену из первого сезона «Локи». В одной из серий главный герой оказывается в супермаркете и медленно обходит полки с товарами. От количества брендов разбегаются глаза. Тут можно заметить, что некоторые объекты повернуты так, что бренд угадывается с трудом. А некоторые видны достаточно четко, и это влияет на стоимость их рекламного размещения. Существует несколько видов product placement. Первое. Объект стоит где-то позади, вот он там замылен, на заднем плане, возможно немножко повернут, чтобы надпись не полностью была видна. Но в целом вы примерно понимаете, что вот здесь стоит. Второй пункт, это когда объект стоит уже где-то на переднем плане, я с ним не взаимодействую, он просто стоит, как бы есть. Видите название, что, кто, ничего не знаю. Третий вид, это я вот что-то там как-то взял, а что это такое, попью-ка. Пить захотелось просто, угу. Четвертый вид, это я говорю, что, о, это ж Кока-Кола. И пятый вид, это вообще вот супер интеграция, когда продукт отражает личность героя. Вот понимаете, настолько я люблю Кока-Колу, вот я пью ее каждый день, вот готов ее вообще бесплатно рекламировать. Мне, конечно же, не заплатили, вот а я рекламирую. Вот как-то так. Должно быть. Вообще, Mountain Dew, если вы смотрите, Voltage, как бы открещиваясь от Coca-Cola, пишите. Суть вы примерно поняли, а теперь давайте предположим, сколько все это может стоить. Возьмем в пример второй фильм про Человека-муравья. По данным ресурса Concave Brand Tracking, в фильме содержится рекламы на 47 миллионов долларов. Самая дорогая из которых это очки Хэнка Пима фирмы Old Focals. Marvel уже не первый раз сотрудничает с брендами очков. Самой дорогой рекламой в фильме «Мстители. Финал» стали очки бренда Initium на Халке, и обошлись они в 7 миллионов долларов. Их же носил Тони Старк в третьем фильме о Капитане Америке и в первом фильме о Человеке-пауке. Согласитесь, это не первое, что приходит в голову, когда ты думаешь о рекламе вот в таких крупных проектах. В данных случаях продвижение товара происходит за счет дизайна. Рекламодатели надеются, что определенная форма оправы, ее фактура и цвет вспомнятся потребителю в следующий раз, когда он пойдет в магазин. И это далеко не единственные примеры. Так было и с рюкзаком Джен Спорт в фильме «Капитан Марвел 2», который появился буквально на несколько секунд на заднем фоне. Точно такой же был и у Человека-паука, и тогда его рекламу оценили как самую дорогую в фильме. После брендов Sony, конечно. Ну и конечно, стоимость размещения какого-то продукта зависит еще и от актера, который будет с ним взаимодействовать. Очевидно, что
не знаю, очки на Роберте Дауни-младшем и очки на Джо Руссо будут стоить по-разному. Чтобы надеть на Роберта Дауни-младшего очки какие-то, прорекламировать их, ну, заплатить очень-очень много денег. Или, например, в «Женщине Халк» реклама чипсов Читос появляется только в кадре с Марком Руффало, что заметно повышает ее стоимость. Давайте остановимся на этой рекламной интеграции и рассмотрим ее поподробнее. Она продает не просто продукт, но и его свойства. Есть такой эффект Cheetos Fingers, это когда фирменная оранжевая крошка остается на пальце. Из-за этого многие отказываются от покупки, поэтому компания решила показать новый способ их потребления, чтобы не испачкать руки. Для этого создается ситуация, в которой женщина Халк рассказывает Халку, что ест чипсы палочками, за что он хвалит ее интеллектуальные способности. И такая реклама стоит в разы дороже, так как она продает не просто товар, а способ его потребления. По данным Concave Brand Tracking, сериал «Сокол и Зимний солдат» представил 75 различных брендов, а фильм «Черная вдова» 90 брендов. Вы вообще хоть 10 каких-то реклам оттуда можете вспомнить? Сомневаюсь. Но то, что мы с вами как зрители не замечаем эту рекламу, это говорит о том, что маркетологи проделали большую работу. То есть они настолько четко интегрировали ее в продукт, что ты не задумываешься о том, что это может быть реклама. Тут в пример приведу рекламу виски из сериала «Секретное вторжение». Фьюри на протяжении нескольких минут нахваливает напиток, проговаривая рекламный текст. Но уверен, что лишь немногие из вас поняли, что это product placement, когда смотрели этот проект. Ну, если вы вообще его смотрели. Кстати, этот же виски был и в «Женщине Халк». Там его заказывал президент юридической компании, что соответствует его статусу. И раз речь снова зашла о «Женщине Халк», давайте быстро пробежимся по тому, что рекламировалось в этом сериале. Загибайте пальцы, если вам их хватит. Читос, Джим Бим, еще алкоголь, еще, еще и еще. Тойота, компьютер от Microsoft, кроксы, шампунь, айфон, еще. Но что же делать, если почти весь ваш фильм происходит в квантовом измерении, где, ну, как ты впихнешь туда рекламу вот этой вот Кока-Колы, там ее не может быть по определению. Правильно, решение есть. У вас должен быть сегмент в фильме, где персонажи находятся на земле, и в этот коротенький сегмент нужно вместить столько рекламы, чтобы окупить все остальное. Поэтому Marvel в Человеке-муравье 3 в эти коротенькие сегменты постарались впихнуть все, что только можно. Помните Вечных, которые 100 миллионов долларов субсидий получили? И там есть как будто, ну то есть там конечно тоже огромное количество рекламы, но там вообще есть как будто целый персонаж, который был введен только для того, чтобы, или наделен такими качествами, чтобы рекламировать камеры разных брендов. Или давайте вспомним того же Дэдпула и Росомаху, что там можно было заметить из рекламы. Ну так, бегло пробежимся. Герой Райана Рейнольдса произносит название сети ресторанов быстрого питания Shake Shack. Уэйд Уилсон завязывает шнурки на кроссовках фирмы Adidas, ну или как правильно, Adidas. В сцене, когда в дом главного героя приходят сотрудники ТВ, он кладет в рот мятную конфетку Smint, чтобы освежить дыхание перед поцелуем. Слоган бренда звучит так: No Smint, No Kiss. Реклама собственных проектов, как я уже говорил, каждый фильм Marvel не самостоятельный, но он требует погружения. Дэдпул и Росомаха не исключение. Компания заинтересовалась в том, чтобы вы после просмотра фильма в кинотеатре вернулись домой и пересмотрели что-то на сервисе Disney+. В том числе поэтому в фильме так много кадров из других проектов. Когда Дэдпул и Росомаха оказываются в пустоши, они заходят в заброшенное кафе. И вся эта сцена большая и хорошая реклама компании фирмы Spam, которая производит консервы. Реклама Honda. Вам может показаться, что это скорее антиреклама, ведь главный герой весь фильм ругает эту машину. Но это как раз то, что нужно. Персонаж Рейнольдса скептичен, и мы вместе с ним. И по ходу фильма нам демонстрируют плюсы этого автомобиля, чтобы вы изменили свое мнение. Нам показывают, что он может перемещаться по любой местности, что его можно разбить, и он все равно поедет дальше. Он вместительный, и у него большой багажник. Подведем итоги. Убыточны ли последние провальные проекты Marvel? Да, все еще убыточны. Но убытки эти далеко не такие огромные, какими их принято считать. При подобном рассмотрении того же сиквела «Капитан Марвел» выясняется, что довольно внушительная часть бюджета отбивается субсидиями и рекламными контрактами. Да, точных цифр с продажи product placement мы не знаем. Но по примерам из других картин становится ясно, что в итоге каждый проект отбивает от одного до нескольких десятков миллионов долларов с рекламы. Приплюсуйте сюда продажу проектов в цифре, прибыль с мерча и всего остального, о чем мы с вами сегодня говорили,
и картина сразу начинает меняться. Конечно, этот ролик не соберет нисколько просмотров, но я надеюсь, вам было интересно про все это послушать. Вы узнали больше подноготной Marvel о том, как создается кино, как работает реклама, как они все это интегрируют, как строятся бюджеты, на чем зарабатывают студии. Надеюсь, короче, вы хоть что-то новое узнали, может быть, один фактик вам запомнился, уже приятно. Поддерживайте лайком, если вам понравилось, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы больше роликов таких не пропускать и ждать новые видосы похожие, ну или другие смотреть на канале, их много, заходите, смотрите, скоротайте время до следующего нового видоса. Увидимся, пока!